Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы идем, играем, ребята, в культовую игру God of War, ребята, это четвертая часть. Синдри? Продолжаем приключения Кратоса. Эй, Синдри, Кратос сам сюда. Доволен. Куда сюда, подожди. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Карта обновлена. Ну-ка посмотрим. Добавить на компас. Так. Продолжаем, ребята. Продолжаем наши незабываемые приключения. Я хотел что-то улучшить, но пока я не помню, что надо. По-моему, мы топор уже улучшили. Надо насобирать кучу серебра. Хотя у нас уже 10 тысяч серебра. Можно что-нибудь реально улучшить. Чары. Потерянные предметы. Разбитое сердце Альфхейма. Ну-ка. Живучесть плюс 4. Так. Чтобы вернуть все. Кому? Кому? В смысле кому? Это мы... А, подожди. Мы это потеряли где-то, похоже, да? Обломки древнего. Куда вернуть? Не понимаю пока. Куда, кому я чего, кому вернул? Нагрудная броня. Так, талисман. Что за талисман? Талисман средоточия. Пыль миров. Не хватает. Не хватает пыли. Не забывай мыть руки. Да давай, какие руки? Давай вернись обратно. Мне не надо мыть руки. Мы и так уже как грязные, как свиньи ходим тут. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Я куда-то не туда хотел зайти, в другое место. Навыки. О, можно навыки какие-то развить. Ну-ка, давай-ка. У нас опыта-то... А, у нас дофига опыта. Давай развивать. Я хотел Атрею сделать что-нибудь еще помощнее. Ну-ка. Удушая врага, Атрей может применить серию приемов, если Кратос отбросит противника достаточно далеко. Я его бросаю, Атрей его добивает, похоже, да? Ну-ка давай, давай его разовьем. Мне кажется, Атрей здесь вообще главный персонаж все равно. Увеличение урона от стрелы и в ближнем бою. Давай сделаем. В принципе, не так много всего стоит, 500. Повышение скорострельности когтя. Давай. Хорошо. Третий уровень все равно закрыт пока, поэтому, ну, мне кажется, мы уже все развили здесь. Ладно, хорошо. Давай свои какие-то навыки тоже разовьем. Еще есть 3500 опыта. Ну, Кратосу, я думаю, дальний. Вот, я люблю кидать же. Прицельтесь и нажмите R2, чтобы провести мощную атаку, наносящую значительный урон всем врагам, ненадолго замораживающую боли слабых из них. Куплено, это есть. Давай продолжим по топорам. Прицельтесь и удерживайте R2, чтобы зарядить Левиафан и вызвать взрыв холода при попадании в цель. Вот что мне нужно, ребята. Взрыв холода. Давай разобьем по-любому. Так, что еще есть? Совершив точный бросок топора в голову или уязвимое место врага, нажмите треугольник во время вспышки, чтобы вернуть свое оружие. Следующий бросок или удар для Левиафана будет сопровождаться взрывом, наносящим урон от холода. Тоже клевая штука, я думаю, будет часто действовать. Потому что мы попадаем очень круто и в топор возвращаем. Так, прицельтесь и удерживайте R1, чтобы выбрать 3 цели на теле одного противника или 3 разных врага. Не понял. Ну-ка посмотрим на картинку. Троих сразу бьет, что ли? Прицельтесь и удерживайте R1. Офигеть. Давай разовьем. Надо пробовать. То есть, получается, прицелиться и не топором кидать, а R1. Вот. Вот это. Он кидает тоже топором. Он, получается, кидает топором, но бьет 3 цели. Ладно, понял. Будем пробовать. Так, а куда теперь? Подожди, эй, пацан. Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем.
Да хорош, занимайся уже делами своими нормальными. Это что? Прикинь, это нам надо, это же Атрей записывает такие вещи. Мы за это можем опыта получить это нормально. Это американша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Пиши, пиши, пацан, нормально ты все будет. Ее за книгу? Больше, чем миф. Мы уже третью такую раскладушку нашли. Больше, чем миф. Но их надо 11 найти. Я не знаю, сможем ли мы 11 найти, но постараемся. Постараемся их найти побольше. Так, ну нам надо вот, наверное, туда ползти. Вот я вижу вход вот здесь. Вот тут. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Хм. Мы внутри. Мы-то внутри, а он вот здесь. Топор, быстрее, быстрее. Где R1? Сейчас я задержу. Как троих фигарить? Где? Куда он? А он ушел, все. Ну-ка, давай осмотримся, может быть. А, некогда осматриваться. Ну-ка, троих сразу. Топор, топор, быстрей. Давай фигарить, задерживай, бей. Точно троих бьет, смотри. Топор верни. Да нафиг ты. Ах ты, ты посмотри на него. А, дерзкий какой. Заколебал, иди отсюда. Топор, быстрей. Да кидай, швыряй в троих там, я не знаю. Верни топор. Хорош, летай здесь. А, их опять много. Топор, где там? Мне вечно топор куда-то улетит. Да ты что делаешь-то, а? Это получи уже, а. Ну-ка, суперударом давай, фигарь. Где, где ты опять взлетел куда-то? Ну-ка. Ну бей его, что ты делаешь, Кратос? Забери топор свой. Так, пока я там пробовал эти новые суперударчики, все это фигня. Надо лупить его быстрее. Кратос не может справиться, надо уже Атрея подключать. Пускай луком фигарит. И аптечек нету. Да вы что такие, а? Давай, вот так, как обычно мы делали это всегда. Ну, давай. Еще верни топор. Давай сюда. Да. Они лошары, блин. Мы с такими, как на, справлялись вообще легко. На. Аптечку дай. Обратно вернул. Вот, нормально. По спине топором. Неплохо для начала. Че неплохо-то? Чуть не погибли, блин. Неплохо все ему. Так, наверх, наверх нам не надо. Мы только что спустились сюда. Нам бы аптечку, но это где-то дальше. Так, пошли, сын, быстрее, надо искать. Сейчас опять какие-нибудь прилетят. Козлорогатые. Вон они там, смотри. На, двоих сразу. Давай. Удар, который троих сразу бьет. Топор. Задерживаем. Да куда ты, блин? Так, простой обычный удар. Ну-ка, верни топор, быстро задерживаем. Троих сразу. Топор. Топор возвращаем. Надо быстро возвращать топор. Еще топор. Стреляй уже тоже, ну. Атрею я уже там натренировал его. Он может уже сам биться, короче, как самый крутой. Крутой парень. Топор. На. Мне надо аптечку, ребята, срочно. Что-то уже пол хп нету. Ах ты, посмотри на него. Здорово, чувак. На еще. Я тебя тут не ожидал. Ты меня, наверное, тоже не это самое, не сразу понял, да? Ну все. Кувшины разбить обязательно, обязательно. Это к бабке не ходим. Я знаю, что в них что-то бывает лежит. Бестиарий обновлен. Взрывной кошмар. Эти кошмары любят подобраться поближе, а потом взорваться. Откуда у них такое самопожертвование? Может быть, ими управляет один общий разум? Как бы то ни было, они очень неприятны. Не, ну пока вроде все нормально. Мы с ними быстро разобрались. Как вот эту штуку? Как избавляться от вот этой штуки, которая мешает нам собрать сундуки? Может, не знаю, яростью и фигарить. Ну-ка, давай, супер удар. Не помогает. Ярость, давай, ярость попробуем. Ярость не помогает. Ну-ка, все, тормозим. Я не понимаю, куда стрелами, может быть, бить, а Трей, может быть, сможет. Так бей, что ты не бьешь?
как бороться с этой херней? Я не знаю, потому что оно на каждом сундуке попадается почти. Ладно, ладно, остались без сундука, идем дальше. Все как обычно. Так, давай пробежим маленько вперед, может быть здесь что-то лежит или что-то интересное есть. Ничего на самом деле, давай дальше. Так, подожди, кувшины надо разбить обязательно. Вот тебе и серебро, вроде помаленьку, чуть-чуть да помаленьку, как насобираем, насобираем. И потом купим что-нибудь хорошее. Так, а здесь что? А здесь ничего. А, подожди, как ничего, вот. Внимание, вопрос. Что еще, еще где, какая штука, что надо разбить? Их вроде бы две, я по ним попал, по обоим. Ну-ка. А, я не попал, по второй не попал. Ну-ка еще раз. Все. А что я освободил? Может быть, я тот сундук все-таки освободил? Ну-ка. Что-то же я от этих оков освободил. Так. Ну-ка, подожди, пацан, подожди. Где, где тот сундук был? Нет, наверное, с ним не связано. Так, ладно, я потерялся уже. Хорошо, идем дальше тогда, не будем... А, вот он. Прикинь, я его освободил, правда? Правда, это было от сундука. Да, эти штуки реально держали этот сундук. Рунный воинский пояс. Обычный предмет. Броня для бедер. Прочная наступательная броня повышает силу рун. Давай посмотрим, а может она круче будет, чем моя. И она реально круче, прикинь, ну там руна у нее плюс 12, защита плюс 1. Единственное восстановление у нас не будет такого офигенного и большого. Так, давай поставим. Все нормально. Нормально поясок этот сделали. Вот, я разобрался, как сундуки открывать. Делов-то, находим просто, куда стрельнуть. Получается, сундук был здесь. Я где обошел? Ну все правильно, я с этой стороны как раз и стрельнул, да? Где-то было. Где-то было, да, вот здесь. И оно где-то там с той стороны держало. Все, ладно, понятно. Теперь, а, вот аптечка мне очень пригодится. Ее, правда, маловато мне, но надо еще одну какую-то найти. Давай, мальчик, беги. Здесь куда? Ну-ка сообразим. Ну, я могу прыгнуть. Лазить это ничего страшного. Для Кратоса вообще проблем никаких нет. Он просто лазит везде, где только можно. Везде. Только куда дальше-то? А, вот, все. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Ну для чего? Так. Подожди, ну, ползи дальше. Интерьер, область открыта. Интерьер священного круга. Смотри, светлый эльф. Что он делает? Без понятия вообще, честно, я просто ползу. А он что-то бегает там. За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда? Давай разберемся. Знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Это какая-то старая информация нам показывается. У них там была битва какая-то. Вот они его победили там. Светлого эльфа. Да на уже! Так, давай троих сразу, чтобы как... Во! А почему троих не ударил? Ай, быстрее, быстрее! Ломаем, ломаем их, ломаем. Срочно. Я готов. Давай, Атрей, стреляй, стреляй, стреляй. Ты же умеешь. Еще стреляй. Че, а то я один, что ли, буду биться? Ну-ка, давай.
Тихо, чё сзади, я сейчас... О, удар такой, развернись. Кто там опять, блин? Ты чё, ещё не помер, что ли? На, топор верните. Что теперь? Так. Свет уже рядом. Давай. Ищи, где войти. Добиваем. Так, погоди, давай зачитаем. Призыватель темных эльфов. Властители могут вызывать подкрепление, поэтому их надо убивать первыми. Их легко узнать по яростному сиянию крыльев. Интересно, сколько в Альфхейме темных эльфов? Если он начал раскручивать свое оружие, значит, он собирается призвать больше темных эльфов. Тогда его надо остановить, пока он не ударил по земле. Понял? Надо им вообще сразу переломать что-нибудь. Сработало! Мосты появились! Мосты появились, отлично. Иди за мной. Так, идем дальше. Куда? Куда только? Мосты работают. У нас все работает, все получается. Топор здесь. Кошмары! А, вот эти, которые взрываются. На! С возвращением топора он его пришлепнул. Не, ну попадаю я нормально в них. Да на еще. Кошмары эти, а. Не, ну слушай, опасные штуки. Потому что если она близко подлетит, очень сильно взрывается. Так, туда как добраться? Вон оттуда. А чтобы туда попасть, надо сюда, наверное, куда-то идти. Будем добивать всех. На, ребятушки, получай, давай. А, подожди, зачем я топор так рано вернул? Я же по нему не попал. Почему так аптечек мало? Я вообще не понимаю, ребята, что происходит? Атрей, меня бьют. Меня бьют. Держи папку, спасай. Стреляй давай. Спасаться будем, стреляй. Топор. Что-то как-то началось все, как-то несерьезно. Ребята, что происходит? Меня вообще сильно бьют. Мы, может, рано сюда, в эту локацию вообще пришли? Отец, уходи! А куда уходить? Где мне аптечку-то взять? Ты что, гонишь, что ли? Куда уходи? Меня сейчас прибьют. Дайте залечиться, а. Есть. Хотя бы маленько. Вон они бегут, толпа. Толпа бежит, прикинь. Да куда ты стреляешь-то, а? Криворучка. Ну давай, зацепи хоть кого-нибудь. Стреляй, Атрей, стреляй, ты его сможешь замочить. Еще один вон летает. Да на, получи. Чего вас столько много-то, а? Не пойму. Тут бы аптечку какую выдали. Стреляй, 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 чтобы им повадно тут не было. Прикинь. А что так сложно-то началось, я не пойму. Взрывной кошмар. Это мы смотрели уже. Так, ну ХП я так и не восстановил полностью. Мне еще надо. Еще надо пару аптечек. Ладно, надо выбираться отсюда, ребята. Какой-то мир вообще странный. Кратусу наваляли, можно сказать, по полной. Где топор? А, вот, мы сейчас откроем. Ну-ка, дайте хоть аптечку, а? Зачем мне серебра? Я даже мне серебра уже не надо. Аптечку. Аптечку дайте, главное. А чё, открывай, давай, сейчас будем рубить. Все отлично. Сейчас еще мост открылся. Так. Ой, хорошо. Будем восстанавливать здоровье. Чувствую я, что сейчас много их просто будет. Потому что, ну, как-то вот
Да, как-то было до этого много, а потом тишина. Нет, наверное, сейчас будет дофига. Не понял, почему не убрал? Третью надо попасть. Третью. Подожди, вот еще. Может, вот эти две надо? Нет. Это сложно. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Погоди, нормально все будет. Просто здесь что-то запутано. А мне кажется, вот эти три по-любому будут в ряд. Во, видал? Получилось. Вот по этой надо смотреть. По этой надо смотреть и выставлять в ряд. Вот эти три тоже в ряд. У нас все получится сейчас. Все. Все четко. Еще надо. Смотри. Теперь вот эти три, но там в конце последняя, не знаю, как попадем по ней нормально или нет. Пробуем. Все, трех. Осмотрите улей. Сейчас осмотрим. Мы, получается, в улей попали куда-то. Ладно, захожу. Поползли аккуратно, только можно застрять в таких местах непоползновенных. Тихо. Нет, самое главное топор со мной. Иначе бы вообще не справились. Что ярко где-то, какие-то просветы. Будь готов, держись рядом. Слышу, какие-то твари ползут. Погоди, нам наверх, походу. Или еще можно здесь что-то сделать. Как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышу? Да надо было слушать правильно. О безопасности, а не о нашей цели. Куда это надо встать-то, я плохо, не пойму. Да? Если одно мешает другому. Давай наверх. Ведьма там правду сказала, надо куда-то в этот столб света встать. Столб отсюда исходит, что ли, получается? Мы где вообще находимся? Я не понимаю. В каком-то логове. Тихо, 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 что за фигня? Тихо. Я же говорю тихо, я держу. Держи нос. Давай. Все, повезло, ребята, повезло. Отдыхай. Ты нам не нужен сегодня. Мы уже потанцевали. Так, опять свет лупит. Да я так и делаю. Липкое. Что-то липкое, ребята, что-то липкое. Инануна! 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 Так, где твой нож? Атрей, где твой нож? Блин, ты куда собрался-то, пацанчик? Вернись обратно. Рано еще падать. Тихо, тихо, тихо. Свет понятно, да, мы сейчас туда прыгнем. Цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Свет Эльфхейма. Так, как нам это сделать? Разрушьте улей и заберите свет. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Сейчас сделаем, подожди. Открывай. А чё? А, вот, все нормально. Как обычно, замораживаем, потом разбиваем. Все четко. Прыгай! Ага. Быстрее! Берегись! Что-то падает, надо быстрее ломиться. Вот они! Встань за мной и прикрывай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же вы тут делаете-то, ребятки? Где мой топоричек? Есть. Так, хорошо. Не, все нормально. Давай пробиваемся вперед. Просто их много, но они падают быстро. Пошли. На! Ха. Все получится, смотри. Бамс! Я вот так еще умею. Ну иногда, правда, когда силушка позволяет. Я расчищу. Давай, 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 тихо. Да куда вы побежали-то все? Иди нафиг, а. Мордовороты, а. Пошел вниз. Так, тихо, руби быстрее. Где топор вообще, я не понял.
я как без топора тут собрался справляться? Так, погоди, Атрей, подожди. Да развернись ты, ё-моё. Ну их много, но надо идти вперед. Оно на то, наверное, и сделано, что надо просто идти и прорубать себе дорогу. Да на, иди. Я сейчас ярость включу, вы чё? Отпускай стрелы, да, быстрее. Стрелы, стрелы, давай. В узком пространстве толпа сама себе мешает. Давай, не давай, давай, они сами себе мешают, реально. Ярость закончилась, плохо. Ну ничего страшного. Развернись, куда ты опять пошел? Вот эту штуку надо сломать. Готов. Давай, давай, как обычно, мы замораживаем. Размораживаем. И потом бьем просто. Сильно, сильно. Ну. Все, отлично. Сын! Давай, резче наверх. Ну куда? Наверх, наверное, да? А, нет, мы падаем. Вот нам в столб света надо вступить. Давай, свет светит, надо... Ну, прям свет светит. О, ё-моё, надо вступать туда. Ведьма же сказала. Нет, нет. Погоди, я пойду. Ого. Стой, не заходи, я красота. Пойду. Красота. Какая красота, ты чё? Свет восстановил весь храм. Он тут основа всего. Слушай, правда, он же весь храм. Храм столько Погоди. Лет. Он поет. Я слышу ее голос. Я же тебе говорил. Думаешь, она там? Не знаю, сейчас проверим. Отойди. Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Я зайду туда. Хочу... Здесь. Это на крайний случай. На всякий случай возьми, я пошел. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Чё, спасибо, это не подарок, я вернусь еще. Ну, ребята, пробуем. Опасно очень. Опасно для жизни. Не заходите ни в какую в такую фигню. Куда непонятно. Буду заходить. Пробиваться буду. Сказали зайти, ведьма говорит зайти. Я ей верю почему-то. Сососало. Мешочек верните. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. Кратосу приглючилось что-то, он куда-то бежит. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я Это когда он потерялся в тот раз, мы его же искали вот. По таким каким-то местностям. Это наш дом. Подожди, да, это наш дом же. Блин, мы давно дома не были уже, заходи. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Мы зашли в дом, но вышли не в дом совсем. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Статуя он, Тора. А не ты. Не, погоди, а чё, куда бежать? Хорошо, идем сюда. Рыба. Рыба на суше, ее как будто вынесла сюда. И топора нету. Что происходит вообще? Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может.
Не, ему реально глючится или снится что-то. Если он попытается, я тоже. Но если нет... А, вот Атрей стоит. Я знаю, что ты меня слышишь. Мы дома сейчас. С мамой прощается. Так, погоди, давай выйдем на улицу. Не понимаю, зачем нам это показывают. Какой-то мост непонятный. В конце свет. Фэйр, да ему приключилось реально. Вернись! Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... Нифига он там нарубил. Мгновений. Ты ушел туда очень пацан давно. Нарубил кучу каких-то тварей. Я не знал, что делать. Ты бросил меня опять. Но тебе же плевать. Я ему оставил топор. Так, надо возвращаться, наверное, уже отсюда уходить. Идем, с этого пока мира. Они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Вот пацан, смотри, мой топор, никого не было же здесь, не было больше никого. Смотри, вот выход, но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Как мне топор теперь забрать? А? Мальчик, твой лук. Давай-ка. А чё мы этой штукой можем лук зарядить, что ли? А чё раньше-то не делали? Вы получили стрелы света. А, слушай, а у меня эта штука зарядилась, когда я зашел в этот столб света. Стреляйте ими в кристаллы, чтобы зарядить их светом Альфхейма. Моей команде, выпусти стрелу в камень. Ну-ка, давай выстрелим. Сработало. Теперь можно возвращаться. Идем. Наконец-то сработало. Мы научились этому. Все стоило зайти в столб света. Мы зарядили. Она же про это и говорила, ведьма эта. Так, ладно. Ну а луком мы будем пользоваться уже, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, нажмите на кнопочку колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Всем удачи, всем пока!